Совет ЕС продлил санкции против России. Об этом лидеры стран договорились еще 14 декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе. Все 28 представителей ЕС проголосовали «за». Глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что впервые во время обсуждения не было споров. Напомню, санкции ввели в 2014-м из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С тех пор их регулярно продлевают.